Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем играть в «Как достать соседа 3 в офисе». Сегодня у нас второй сезон. Как я и говорил, я перепрошел этот последний уровень, потому что, чтобы открыть доступ ко второму сезону, надо обязательно пройти все уровни на золото. Во-первых, у соседей ничего такого обязательного не было. А тут как-то прям суровый какой-то подход, я бы сказал. Как я уже говорил, игра полный отстой, но... Так как я обещал, что буду играть в разные пародии, пройдем и ее. Собственно говоря, второй сезон — это новый автомобиль. Сосед купил новый автомобиль и договорился с коллегой отвезти ее после работы. Но что-то она задерживается у шефа. Ну, это естественно. Осторожно, кроме соседа есть еще один опасный противник. Это мистер Сторож, е-мое. Ладно, начинаем. Ничего страшного, он не такой уж и опасный, надо просто вовремя проходить. Как я уже говорил, игра полный этот отстой. Так, туда нам нельзя. Потому что графика убогая. Предметы добыть очень тяжело, поэтому я на всякий случай... У меня тут смартфон лежит перед экраном, чтобы я не потерял на всякий случай... На всякий случай ничего, чтобы не пропустил. Так, надо вниз вроде как. Сахар. Так, следующее — хлебушек. Как видите, пакостей стало гораздо больше. Хлебушек ты что не взял? Дебил, хлебушек-то возьми. Так, туда нам нету доступа, в туалет. Собственно говоря, вот, появился вот такой вот подземный переход. И гараж вот такой вот. Подземный переход, гараж. Вот, собственно, мужик, которому не стоит попадаться на глаза. Подождите. Вот я сейчас только что посмотрел. Пружины и гаечного ключа не хватает у меня. Он находится в этом ящике, который... В котором мне казалось, ничего не будет полезного. Но, признаю, я ошибся. Потому что тут, как я уже и в прошлом выпуске говорил, чтобы найти предметы, надо в каждый уголок просто залезть. И пружина нам нужна вот сюда. Но мы не попадемся, мы же никогда не попадаемся в ловушки. Нам надо подпилить скамейку. И кактус еще туда подложить. Ну и фотографию соседа. Внимание, розыск. Че она не ставится-то, алё? Находится здесь лифт, который поднимает вот сюда. Правда, если зайти в него отсюда, он нас наверх спустит, а не на это... Пока он ходит, лучше подниматься наверх. А теперь идем вниз. А мы не увидели, к сожалению, потому что я сконцентрировался на пакость, того, что пакость сделать. Так, все сделано, теперь идем в лифт. В лифт, я сказал. Ой, так.
Я нифига не понял, от чего он поскользнулся. Блин, ну позрелищнее нельзя было сделать. Так, ну прошли этот уровень, в принципе. Проблем особо не было. Какой тяжелый день. Даже песня такая была. Опять срочная работа, да еще и в жаркий выходной день. Для перемещения камеры можно использовать. Да я знаю, вы что мне только сейчас-то объясняете. Так, значит вот что. Теперь нам доступно вот проход вот сюда, но мы сначала обшарим здесь. Какие нам предметы нужно проверить? Вот этот предмет, который еле-еле видно. А вот теперь можем мы... А, нет, подождите, пока, наверное, наверх. Так, ящики. Проверяем ящики. Компьютер, окно пока не делаем. Потому что нам нужно проходить именно на золото. Поэтому пока вещи именно собираем. А теперь спускаемся вниз. Берем соль, ё-моё. Так, давайте наполним. Наполняем графин, собственно. Отвертку сюда, может быть, нет. Соль. И нет. Может, с ксероксом ничего и не надо сделать. Соль сюда, окей, угадал я. Так, успели удрать. И то это было не очень-то легко, потому что интерфейс этот загораживает мне обзор. Там явно что-то сделать надо было, наверное. Ого, ничего себе, снег пошел. Серьезно, что ли? Стул. А что со стулом? А, может быть, воду разлить? Так, начинаем уровень сначала. Произошел баг. Предмет исчез, а пакость не сработала. Вот это просто бесит. Вот вообще просто бесит. Это тоже недостаток игры. Очень неприятный. Очень серьезный недостаток. Пусть уйдет туда, а потом уже пойдем это. Надо было, кстати, ту разноцветную фигню попробовать на этом. Я что-то не додумался. Так. Берем вот эту фигню, которую тоже еле-еле пикселем подцепишь. Кулер, конечно же, наполняем мы графин водой. Из кулера! Как сложно тут это держать. Ой, стой, 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 не туда, не надо, пока рано.
Кто-то кондиционер вообще проверяет. Как будто колдует что-то, блин, там. Так, ладно, смотрим вот здесь, что у нас. Давайте сразу окна, наверное, откроем все. Чё б нет. Рука проходит через спинку кресла. Замечательно. Здесь тоже открываем окно. Ну вот, другое дело. Вот эту, наверное, надо сюда. Я других вариантов не вижу. Ну да, да, правильно. Так, собственно, кулер сам мы используем и этот. Сейчас соль еще туда подольем. Но сначала посмотрим на соседа. А рожа через бумагу проходит. Тоже минусы игры. А, блин, я вот это сделать забыл. Ну ладно, ну ладно, он еще может вернется, а потом опробует. Правда, я не уверен, что мы уже пройдем на золото, но посмотрим. Если что, я потом перепройду за кадром. Главное, просто пакости все сделать, а если что, за кадром перепройду. В режим обогрева. Теперь жара будет, что ли? Ну, блин, ну... Вот анимации в этой игре, это тот еще отстой. Вообще зрелищности не чувствуется в них. Это вообще не то, что было в первых двух соседях. Ну и где я тут это... Горячее, даже это не здесь не сделали. Так, ну и вот теперь дай бог, чтобы при последней пакости до верха до это дошло. Если не дойдет, будет не очень хорошо, конечно. Уже маловероятно, что дойдет, конечно, но посмотрим. Забыл я про эту штуку. Фигню, про вот эту фигню. Не, не дойдет, не дойдет. Вообще, даже не близко. Ладно, мы... третий сезон в этой серии мы не откроем, надо было... Короче, я за кадром перепройду этот уровень потом. Вот после съемки сразу. Так, следующее. День рождения соседа. День рождения соседа, все веселятся и празднуют. И нам можно повеселиться. Не стойте на месте, если не хотите быть... Как будто я, блин, нафиг не знаю. Че вы это самое придуриваетесь-то? Так, сосед у нас в туалете, так что можем без проблем пока сюда подняться. Посмотрим, что у нас здесь лежит. Какая-то петарда непонятная. Мусорки нету, ничего, да?
Здесь ничего тоже нет. Ну, наполняем, естественно, водой графин наш. Сосед у нас где находится? Вот здесь полезные вещи могут быть у нас. Вот коробка конфетти. И тут еще какая-то фигня есть. Петарду в сигареты, естественно. Нет, туда нам нельзя сейчас. А, стоп, я уж думал, он наверх идет, блин. Вот беда. О, каким-то образом я успел, но вообще не понимаю, как. Конфетти, а выглядит так же, как та разноцветная бумага. Ой-ой. Туалетный бачок, мыло. Пушку в дверь. Гладкий пол, ну, воду. Нет! Как я ненавижу этот дурацкий интерфейс. Я не попадаю. Интерфейс этот помешал, он слишком огромный. Слишком огромный интерфейс, который мне не дает, и камера, которая медленно крутится тоже. Короче, вот я опять сейчас попал по иконке, а не туда, куда мне надо. Короче, игра говно реально. Ну, окей, попробуем еще раз сейчас. Тем более 5 пакостей это всего вроде не очень-то много. Стой, держи, ё-моё! Держи! Так, коробка конфетти. Вот эту фигню берем. Петарду, сигаретные сигары.
Нет, нет, не успею я убежать. Надо пакости делать именно тогда, когда он наверх пойдет. Тут я никак не успею. Никак просто. И вообще, что это за день рождения соседа? Ходить и постоянно срать в туалет. Ну это же... На день рождения ты не сильно похожа, что ты. Конфетти вроде есть, но что-то они не используются нифига. Графин здесь забыл я взять. Ну ничего, сейчас возьмем. Так, графин. Сейчас наберем водой уже в который раз, не знаю. И в туалет будем пакостить, когда он реально уже снова пойдет подарки свои смотреть или что там у него. Переспустимся сюда и будем здесь ждать, короче. А боссу я смотрю вообще пофигу на то, что какой-то странный тип просто по офису ходит. И вообще всем пофигу, кроме самого соседа. Единственное, что нам запрещается входить в комнату босса, в кабинет босса. Как он ходит? Я просто, конечно, угораю. Я зачем так ходить-то, ё-моё? Так, ну, естественно, тут воду. Мыло в бачок. Ну и хлопушку сюда. Так, успеем уйти. Это сюда. Теперь идем наверх. И я так понимаю, вот это сюда надо. Ну, какие другие варианты могут здесь быть? Так, ну идем сюда. Тут он нас не достанет. Туда он не ходит. Так. Он идет в туалет снова, в который раз уже. Ладно, вот это прикольно было. Одна из немногих, очень немногих пакостей, которые тут выглядят прикольно.
Так, давай, подарок свой. Ой. Ну, ё-моё, я уже думал, оно выстрелит как-нибудь красиво. Не, опять не хватает зрелищности совершенно. Так, ну и наконец бомбанет, я так понимаю. Петардой. Сигарет. Отлично, отлично. Так, и последний уровень. Сосед, секретарь. Секретарь ушла в декрет. В декрет, ничего себе. И теперь эту почетную должность занимает наш любимый коллега. Что ж, мы постараемся, чтобы он не скучал. Внимание, для перехода в следующий сезон вам необходимо получить Оскары во всех сезонах. Тут так написано, как будто первый сезон мы могли не проходить на Оскар. Вот реально, как будто во всех сезонах, как будто предыдущие можно было на Оскары не проходить, чтобы второй открывать. Может, тут, конечно, имеется в виду пилотные серии, но что-то мало верится. Но третий сезон мы сегодня не откроем эту серию, я за кадром буду перепроходить, а так давайте начинать. Следить за новыми предметами, что появляются на уровне. Конечно, стараемся следить, они, конечно, очень мелкие. Огнетушитель, оружие универсальное. Так, что еще? В аптечке ничего нету? Нет. Сумочка. Такая вот. Стол. Так, здесь есть что? Я не вижу. Эту фигню не надо снова включать. Слава богу, нет. Так, ну да, в кабинет босса нас, естественно, не пускают. Неправильно. Так, наверное, кнопочку сюда надо. А клей, наверное, сюда. Ну, наверное. Опять предмет исчез, а пакость не была сделана. Замечательно. Вот я такое не люблю вообще. Вот такие баги реально бесят. Просто бесят такие баги. Кружка. А почему кружка тут подсвечивается, а не здесь? Ну, здесь тоже подсвечено. Почему внизу-то? Ерунда все это какая-то, по-моему. Так, ну здесь ничего нету. Обшариваем ящички. Собственно, там уже мы поняли, что там этот клей был. А, не, или, а может и сработала пакость. Ну, что-то я не уверен был. На всякий случай перезапустил уровень, потому что я в любом случае совершил то действие, при которых тот баг мог сработать. Помада, не знаю, может быть сюда надо. Нет? Огнетушитель? А, вот огнетушитель в кулер. Надеюсь, все обойдется без смертельного исхода, да. А чё, смертельный исход разве тут прям уж может быть? Для чего помада нужна? Вот это вот я не понимаю пока.
кружку можем. Ну, вроде все сделал. 4 пакости всего-то. Да. А что, ему, наверное, идет. Ну, сарказм есть. Конечно же. Зачем так сидеть? Надо на компьютер смотреть. А, не может оторвать теперь. Интересно, через какую дверь он пойдет? А, понятно. Тогда идем сюда. Так, ну и что будет сейчас с огнетушителем, с этим, блин? Давай, 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 быстрее шевелись, медленно, как он идет. Окей, хорошо. Но третий сезон не открылся, потому что этот уровень не пройден на золото. Я это сделал за кадром, а пока что тут всего два уровня. Я так понимаю, серия будет короткая. Возможно. Короче, на сегодня все. С вас лайк, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой влоговый канал, ссылочка в описании. И на группу ВКонтакте. Всем пока.